Привет, Марина. Привет. Здравствуйте, и вы, наши дорогие любители, не знаю, судя по вот этой вот начальной заставке, кубического безумия. Мы будем играть в игру, которая называется WarCube. Она недавно появилась в раннем доступе на Стиме. И запустим кампанию, продолжим ее, точнее, потому что я уже чуть-чуть поиграл. Нахожусь рядом с лагерем торговца, но к нему заходить не буду. Вот эту крепость я уже взял. И эта игра, она, когда я в нее поиграл, знаешь, Марин, где-то полчасика, я понял, что она мне напоминает кубический Mountain Blade. Сейчас на меня нападут. Что, напали? Да, напали на меня. Но мы будем драться сначала просто с этими чуваками. У меня есть арбалет, для которого есть 10 стрел у меня. Так, аккуратненько. Так по кустам шастаешь, шкодно. Такой шкодный. Так, из арбалетика. Опа! А теперь тебя. И можно комбить еще. Ты представляешь, но это опасно. Комбить это для как бы серьезных пацанов. Не таких, как я. О, господи, так, и последнего. Стрелы восстанавливаются после, собственно говоря, каждого боя. Либо их можно подбирать прямо вражеские, либо свои. Ну, а это означает, что данная локация зачищена, я получил за нее награду. В магазине можно будет потратиться на что-нибудь интересное. Вот в этом замке, точнее, аутпосте, он какой-то, похоже, никакущий, но мы все равно сюда пойдем. О, из него вылез кто-то, но с этим мы разберемся позже. Сейчас мы будем разбираться с тем, что тут находится внутри. Так, о, общий осмотр. Кстати, удобно, раньше не было такого тут. Можно нажать Shift, чтобы так вот немножко осмотреться. Вот здесь можно подобрать стрелы, здесь, видимо, охрана. Кстати, если я в кустах, то меня они не видят. Ух ты, птичка, привет. Да, наверное, чайка. Я думаю, что через главный вход идти, наверное, не стоит. По стене я не заберусь, но вот я могу пойти здесь с черного ходу. Так, я в кустах. Я могу сейчас из арбалетика. Оп, минус один. Оп, минус два. Вот так вот, аккуратненько. Как бы, понимаешь? Аккуратненько, главное, Марина. Не спеша. У них такие скелетики остаются. Да, грудные клетки кубические. Так, вот я вижу стрелу. Это означает, что... Ах ты. Я тут могу восстановить стрелу, значит. Так, он меня спалил. А, репродуктор. О, все, тревогу бьют. Круто, что как бы когда вот ты начинаешь бой, то у тебя слоумо начинается. Блин, вот тут есть одна для меня некоторая проблемка. Я не знаю, как менять оружие. То есть я знаю, как это делается в принципе, это довольно просто. Но я не знаю, как мне, допустим, поменять конкретно мечик мой на другое оружие. Потому что кажется, что это не всегда просто понять. Так, закомбим. Можно делать до 3 ударов в комбо. По разным целям. И из арбалета 4-го. Like a boss. Ну так вот. Подбираем. Блин, я... Черт. Я подобрал вместо арбалета чертову дубину. У меня удлинилась комбо. Но ты знаешь, я думаю, что я все же буду пользоваться арбалетиком. Господи ты, боже мой, меня чуть не убили. На самом деле, если я сдохну, я появлюсь прямо здесь. Вот у этого знамени. А, черт! А он станет круче. Рассыпался. А он, черт побери, станет круче. Потому что он как бы стал местным героем только что, понимаешь? У него теперь не один хп, а два. Ну, мы ему сейчас этот второй хп-то тоже подснимем. Кажется, мне нужно уничтожить репродуктор, иначе они будут просто бесконечно появляться. Воу. Так, пойду уничтожу лучника, потому что он как-то представляет угрозу для меня. О, боже мой. Воу, он тут не один. Окей.
Так, репродуктор все еще жив. Кажется, они реально будут идти бесконечно, пока я не уничтожу репродуктор. Ну, это логично. Кажется. Так, как я только что их просто... Дерзко, максимально дерзко. Это кубическое дерзко. Месиво. Так и есть. А, чёрт. Но это ничего. Это ничего. Это не настолько страшно. Не так уж это и страшно. И с арбалета его. Вот так вот. Ой-ой-ой, вот тут я, конечно, зря влез. Ой, вообще зря влез. Так, аккуратненько. Пошел отсюда. Фу. Ой. Так, ладно. У знамени, интересно, можно подхиляться? Нифига нельзя. Ну тут просто какая-то жесть творится. Вот я не знаю, блин, я бы с удовольствием взял арбалет или булаву, но я, черт побери, реально просто-напросто не знаю, как мне вот. Как мне сменить оружие, так чтобы правильное оружие мне подобрать. Так, ну вот это все. А, оно это не подбирается. Ладно, пойдем на стену. Нам нужно разобраться, потому что со стрелками. Куда ты там меня целиться начал, понимаешь? А этот как там? Что он там делает вообще? Так. Хе-хе-хе-хе. Они вообще не ожидали. А, отлично. Так, ну, с этим я разберусь потом. Так ты чё, у меня тут вообще стелс миссия. Репродуктор. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так. Аккуратненько. Берем знамя. Все, теперь уничтожаем репродуктор. Есть контакт? Смотри, смотри, смотри. Так, оп! И оп! Готовы. Я как будто с кукри, знаешь, даже не с мечиком, а с кукри каким-то. Так. Мне хочется так думать просто. Так, это какая-то гавань тут у них даже. Так, тихо. Вау. Вау-вау. Mm-hmm. И куда ведет это... Веревка, которую я могу вообще отрезать, вообще говоря. Так, чуваки, привет. Ну, кажется, что с самым сложным я здесь уже разобрался, знаешь, потому что после того похоже репродуктора, после того репродуктора как-то все кажется просто. Смотри, гнездышко. Смотри, сортир. Где? Наверху. А, вот это. А, точно. Ну-ка, в него можно зайти? Фу! Фу! Фу. Фу! Вот сюда, по-моему, можно. Нет, сюда нельзя зайти. Обычно в двери во всякие тут обычно можно заходить. Так, нужно хорошенько осмотреться. Я, в общем и целом-то, как бы с этим замком уже поработал нормально. Вот, за счет своей вот этой вот великой стелс-миссии. Так, нужно как-то вот залезть бы на эту стену. Кажется, что это нужно сделать вообще с другой стороны. Откуда-нибудь вот отсюда, тем более, что тут у нас есть знамя. Так, вот я вижу лесенку. Лесенка, да, да, можно воспользоваться этой лесенкой аккуратненько. Этот меня заметил, но это ему не помогло. Ну, можно, кстати, с этими разобраться. Их тут кажется, что не очень много. Правда, может оказаться, что кто-нибудь из них сидит в кустах. Так, но пока кажется, что никто не сидит в кустах. Так, могу ли я... О! И чё? Не знаю. Возможно, я что-то отцепил и что-то где-то упало. Понимаешь? Ну, кажется, что нет. Окей, я просто что-то сделал, Марин, я не знаю. Возможно, я даже найду потом как-нибудь результат моей деятельности, но пока что-то его незаметно, конечно, честно говоря. Так. Ой. Вообще непонятно. Так, а вот можно ли с этой стороны... Я сейчас в воду упаду. Нет, лучше не буду баловаться. Так, и можно ли залезть на вот эту вот башню как-то наверх? Ну, входов никаких не видать, поэтому, видимо, нельзя. Ладно, пойдем к той лестнице.
Но сначала еще осмотримся немножко вот с этой стороны. Вдруг тут окажется что-нибудь интересное. Ой, я случайно пальнул. Так, стрелу. Стрелу я сказал подобрать. Все, подобрал. Я начинал ходить с луком здесь. Но лук, он, я, честно говоря, вообще не понял, есть ли у него какие-то преимущества, потому что, на первый взгляд, арбалет вообще лучше во всем, чем лук. То есть он как-то и заряжается, не сказать, чтобы дольше, и стрел у него больше можно таскать. Опа, а как это он живой? Ой-ой-ой-ой-ой. Чё ж ты так разошёлся-то? Я не знаю, тут на самом деле довольно рефлексивное управление, иногда это неудобно, но, как видишь, я даже официально не помер, я именно что появился неподалеку. Так, и вот этого мы убьем. Опа, приветик. А вон, смотри, здесь я подъем, вижу. Оказывается, был, да? Стрелок выжил? Да, здесь подъем, оказывается. Что такое? Эрту континью. Я не знаю, что это случилось. Так, ну меня выкинуло куда-то, не пойми куда. Какой-то остров, непонятно где. Да. Так, сейчас будем разбираться. Nowhere. Сейчас будем разбираться вообще, где я и... Бутылки какие-то валяются. И как вообще отсюда попасть куда-нибудь. Так. Прыгать? Окей. Видимо, там нужно разогнаться как-то и прыгнуть. Так, ой, господи. Видишь, тут иногда очень странное управление, на самом деле. Не. И тем не менее. Видимо, я переплыл. Это странно, конечно. Видимо, я переплыл. Окей. Да, детка. Так, вот этих я... Ты какого фига выжил? Почему он до сих пор живой? Ну, видишь, крутой с иракезом. Ну да, логично. Что? Вот сейчас вот не понял. Так, ну вот этот недостаточно крут, хотя вроде тоже с иракезом. Это-то... А, нет, это спокойно, спокойно. Тихо. Да какого черта? Как так-то? Ну, это как бы ранний доступ. Ранний доступ. Просто я все списываю на это. И это уже работало раньше, сработает в этот раз. Так, тут короче, какая-то целая куча сундуков, на самом деле, я вижу по статистике на вот этой вот карте. И мне нужно, желательно бы мне все их найти, потому что я очень хочу это сделать. Так. Я надеюсь, он не прострелил. Он сам себя убил? Почему бы нет? Так, вот еще один сундук, собственно, открыт. Еще осталось нам открыть три сундука. А вон там внизу. Да, стоит. Я вижу внизу один, но он. Его местоположение известно, а вот остальные надо искать. Так, два флага и три сундука осталось. Странно, что он спокойно стоял и наблюдал за тем, как я его убиваю. Так. Оп, оп. Окей. Но это было не обязательно, на самом деле, потому что тут я и так могу пройти. Так. Ну, давай вот эти нижние сундуки собирать. Кажется, что остальные где-то за пределами замка. Слушай, а можно ли как-то крутить картой? О, погоди, вот эта штука. Угу. Возможно, с ней можно как-то подействовать. Кстати, а где сундук? А, вот он. Вот он. Так, окей. Открыли, осталось два сундука и два флага, но на первый взгляд непонятно, где они. Сейчас будем искать где-нибудь за пределами. Как крутить карту? И можно ли это делать вообще? Непонятно. Но будем искать. Я же пришел вот оттуда. Кажется, что здесь обрыв. Кажется, что тут реально обрыв. Но самое стрёмное, что мне-то как бы отсюда уходить стрёмно. Потому что если я отсюда уйду, то мне не засчитают эту территорию. Чтобы эта территория стала моей, мне нужно захватить абсолютно все флаги. Поэтому мне сейчас нужно лазать снаружи.
и искать, где же тут все спрятали. А сюда вот уже нельзя. Но я пойду по... Но я как бы хитромант, поэтому я пойду по камню. И все равно найду способ. Так. Окей. Интересно, что нас тут ждет? Мне кажется, ничего. Кроме верной смерти. Так. Опа. Ага. Опа. Опа. Так, а как мне туда попасть теперь? Кажется, что самое лучшее, что я могу сделать, это прыгнуть в воду. И просто надеяться на то, что меня выкинет где-нибудь здесь. Так, ну меня, по крайней мере, внутри выкинуло, это уже хорошо. Так, теперь нужно как-то, короче, понять, как мне туда попасть. Какой-то сундук. О, кстати, а вот пацаны. Да какого черта-то, а? Ну серьезно. Это очень не круто. Блин, почему я сквозь них-то простреливаю? Так, теперь мне нужно взять тот сундук. И для этого мне нужно тут пропрыжечку устроить. Оп. Отлично. Тут можно зайти? Нет, это просто декоративно. Еще два флага и один сундук остался, да? Да, да. Попробуем в ту сторону пойти. Непонятно пока, конечно, где все это может оказаться. Но кажется, что кроме как в эту сторону, мне все равно идти некуда. Да, смотри. Угу. Найс. А, черт. А, черт. Не допульнул. А, черт! Да черт, а! Какие-нибудь еще варианты-то есть? О! Вот это нормальный вариант. Такое ощущение, как будто я двоих убил. А нет, одного просто отбросило сильно. Ладно, надо подойти. Я такой, знаешь, просто по стелсу. Ну там наверху вот еще один лучник. Я вижу. Опять началось. Повылазали. Так, закрытая дверь. Сначала нужно уничтожить врагов. Замок на воротах. Ой, ёшкин ты кот. Минус. Так. Ну, вроде бы тут какая-то у них ограниченная популяция. Гоняются зубинами за ним. Так, готов. Так, сверху лучник. Пойду его... Так, кажется, там еще один. Вот тут еще один. Вау, как я рванул. Это потому что сильный удар накопил. Сейчас накоплю еще. Так, и надо отходить. Так, репродуктора тут нет никакого, поэтому это просто некоторое количество уродов. А, черт! Но ничего. Сзади подошел и воткнул. Да, 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 да. Бесчестно. Так какого, блин, вот эти стрелы. Ой-ой-ой, вот это вот тут... Козлина, который меня уничтожил. Причем, ты знаешь, если тебя один и тот же будет уничтожать несколько раз подряд, он будет еще больше становиться. Да? Вплоть до того, что он громадным просто босярой станет. Как будто орочий варбос какой-то. Так, все, это мы уничтожили. Замок открылся, прошу обратить внимание. И сейчас моя задача... Уничтожить вот этого чувака. Все, я должен был его уничтожить. Все. Вроде все спокойно стало. Но надо на всякий случай осмотреться еще. Да. Дверь открыта, можно заходить. Я думаю, сундук может оказаться внутри заключительный. Ну, давай проверим. Ага. Вот так вот. Ага, вот так вот, да, аккуратненько. Ага, вот и флаг.
Так, повесили наше знамя. А сундук я один не нашел. Ты представляешь? Где-то спрятали хитрецы. Где-то спрятали. И сейчас трупы врагов полетят, смотри. А, да, сначала собранные мной сундуки, а потом трупы врагов. А, флаги еще, ну-ка. А теперь трупы врагов, давайте. Все, это как бы статистика наглядная, понимаешь? Количество уничтоженных мной врагов, они даже падая, как бы, они не могут упасть, потому что зацепились за знамя, там, такие вот, за сундуки, вот за это все. 120, я просто реально как Рэмбо, 120 чуваков уничтожил. Но, правда, так, R to explore, это я могу, типа, здесь продолжить. А выйти я что отсюда, вот, как бы сейчас по-быстрому не смогу. Окей, на самом деле, так или иначе, ребят, на этом, я думаю, мы свое короткое знакомство с игрой WarCube, точнее, мы завершим. Как тебе, Марина, эта игра? Забавная такая. Забавная? И ты знаешь, кубическая. Мне понравилось, ребят. Если вас заинтересовало, ссылки, связанные с этой игрой, находятся в описании к данному видеоролику. А на этом все. Всем спасибо и пока. Пока.